Ну вот, сейчас Пашка мне мясо порежет. На суп накромсаем. Да, сегодня сварим легенький такой суп. Пачка, как в детстве. С вермишелькой. Сейчас мясо порежет, поставим. Пусть варится пока. А я пока картошки нашинкую. Ставим, пока мясо варится. А какой суп-то нам варится? Паша, какой будем варить? А варить какой угодно. Какой на тебя смотрит, тот и смотрит, и варит. Да, тоже сварим. Вот мясо готово. Ну, в чайнике же есть. Кипит. А, это мы посмотрим. Сейчас я пока масло раскалится. Ну вот, картошка почти готова, скидываем лаврушку, перец черным горошком. Сейчас скинем лук. К новой сковородке все привыкнуть не можешь. Да, новая. Так, скидываем наш вермишель. Сейчас добавим еще водички. И пусть еще маленько покипит. Сейчас воды добавим. Все. Ну вот, будем ждать, как закипит, а в конце скинем зелень. Все, суп готов. Вот наш супчик готов. Сейчас будем Пашку нашего кормить. Мясо. Ну вот, жена приготовила вермишелевый супчик. Будем пробовать, какой. Объедение. Я еще перчику добавил. Прям на соль шикарно. Всем приятного аппетита. Приезжайте в гости. И всех накормим. Безумный Паш с вами.